Всем привет! Меня зовут Катрин. Я рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что зашли на данное видео. И сегодня мы будем разучивать связку новогоднюю. Это моя собственная поставленная хореография. И сразу хочу сказать, что я не буду никогда разбирать чужие хореографии, потому что считаю, что это неэтично, и я уважаю чужой интеллектуальный труд. Как будет построен план нашего урока? Вначале я вам покажу нашу связку, которую предстоит выучить. Затем мы будем поэтапно разбирать каждое движение без музыки, подсчет. И, наверное, поделим связку по частям на несколько, чтобы отрабатывать во время обучения под музыку. Это позволит нам лучше усвоить связку, чтобы было понятно, как, что и когда делать. Также таким образом мы будем привыкать к музыке и запоминать связку. И не забудьте, что обязательно перед каждым разучиванием, перед каждым занятием необходимо сначала провести хотя бы 15-минутную разминку, размять основные части тела, шею, спину, немножечко порастягиваться, обязательно сделайте упор на стоп, если вы танцуете в стрипах, разомните голеностоп, чтобы не повредить ноги. Эта связка подходит для начинающего уровня, и сегодня мы будем разучивать только одну часть данной связки, потому что вторая часть, она значительно труднее, и она выйдет в следующий раз. И давайте начинать! Сейчас вы увидели часть, которую мы будем разучивать. Я встану к вам спиной, потому что, по моему опыту, так гораздо удобнее разучивать. Вы видите, с какой ноги и руки какие движения я делаю. И также в зеркало вы будете видеть то, как это должен видеть зритель. Начинаем мы с положения стоя лицом к зрителю. Ноги достаточно широко расставляем, чуть шире наших плеч. И кладем правую руку на пилон, левую мы можем положить на бедро. Итак, первое наше движение – это взмах головы. Я делаю его от правого плеча к левому через низ. Итак, начнем. Взмах. Когда мы заканчиваем наш круг, мы садимся. Обратите внимание, что я стою на скосах. В данном случае мы работаем на скосах, кто в стрипах, кто в носочках, у кого нет туфель, мы работаем на полупальцах. Встаем на высокий подъем и присаживаемся. Затем наша правая нога встречается с левой. Мы соединяем их в коленях. Вот таким образом. То есть мы сидели, нашу правую ногу, такую же согнутую, мы просто вовнутрь скручиваем, левую мы выпрямляем, не меняя ее положение. Они соединились, мы сделали небольшой наклон туловищем. Итак, соединим наше движение. Взмах, сели, соединили ножки. Смотрим все время на зрителя. Затем я поднимаюсь и делаю подбивку правой ногой. Я укалываю себя по попе и делаю шаг вперед, выходя за пилон. Итак, мы сидели, соединяем ножки, встаем, делаем шаг. И вот тут пошла мельница руками. Я поднимаю левую руку и черчу
ею круг. Отрываю правую, когда левая находится наверху. Правая сменяет левую. И вот здесь я разворачиваюсь от зрителя. Свою левую руку я кладу на пилон, хватом чашечка вниз. И правую руку ставлю обычным хватом, чашечкой наверх. Здесь я чуть-чуть разворачиваю корпус, грудь наверх и плавно делаю волну, скользя руками по пилону и сажусь в такое положение. Также здесь мы стоим на скосах или же на носочках, и затем мы поднимаемся волной. Пошел таз наверх, живот поднимается, и в последнюю очередь вырастаем с грудью. Итак, соединим все с самого начала. И взмах, сели, соединили ножки, поднялись. Шаг, мельничка руками, схватились, с волной сели. Да, здесь мы делаем волну, когда присаживаемся. Сначала грудь идет наверх. Грудь вверх, затем живот наверх. И попой мы заканчиваем, будто бы укололи. Там даже будет специальный фрагмент в музыке. Мы делаем акцент именно попой. Далее встаем. Также волной через таз. Я перехватываю левой ручкой пилон и провожу ногой, черчу полукруг и ставлю. Итак, правую ножку мы сидели, затем поднимаемся, я отпускаю правую ручку, левой держусь, правой ногой я черчу полукруг, останавливаюсь и переставляю аккуратно, незаметно ножку. Затем кладу правую руку на пилон, делаю шаг левой. Обратите внимание, что мои коленочки соединяются. Еще раз шаг. Я вот здесь соединила коленочки и просто левую ножку переношу, как бы рисуя полукруг по воздуху. Затем я на нее наступаю, правой ножкой я снова соединяю коленочки, поднимаю пяточку и выворачиваю ногу. Угу. Мы соединили коленочки, и затем мы их разводим, меняя места коленку и пятку, как бы соединяя пятку с нашей левой коленкой. И ставлю вперед. Здесь также я перехватываю пилон, чтобы было удобнее, и делаю присед. Мы стояли, начинаем садиться с этого же положения. У нас ноги не меняются местами, мы только разворачиваемся на стопах. Перевернулись в другую сторону и поднялись. Здесь можно добавить игривость и провести рукой по попе. Далее мы берем свою правую. Фу, господи, это еще хуже, чем вести офлайн. И соединим еще раз все сначала. И давайте это будет наша первая часть, которую мы попробуем протанцевать под музыку. Правая ручка на пилоне. И делаем взмах головой, садимся, соединили ножки, поднялись. Шаг правый, мельничка руками положила, с волной сели, с волной поднялись, провела, поставила. Левая, правая, присела. Повторим еще раз. И взмах головой сесть, соединить ножки, поднялись. Шаг правый, мельничка, села с волной, встала.
провели, поставили. Левая, правая, сесть. Угу. И закрепим последний раз. Подсчет. Взмах, сели. Соединили ножки, поднялись. Шаг. Мельница, сели, поднялись, провела, поставила. Левая, правая, присесть, встать. И соберем все под музыку. Ой, господи, боже мой. Встаем у пилона. И взмах, сесть, ножки, шаг. Мельница, сели, подъем, провела, левая, правая, села. Хорошо, и закрепим еще раз, конечно же. Встали на исходную позицию. Взмах, сесть, шаг, мельничка, волна, поднялись, провела. Левая, правая, села. И закрепим последний раз под музыку и перейдем к изучению второй части. 5, 6, 7, взмах, сесть, ножки, шаг, правый, мельница, волна, поднялась, провела, левая, правая, села. Отлично. Начинаем с изучения второй части. Закончили мы на том, что присели и развернулись. Затем я беру свою правую руку, кладу ее высоко на пилон, отрываю правую ножку, левую руку и ставлю свою правую ножку за пилон. Затем я прижимаюсь спиной, плечом давлю в пилон и ухожу вниз, присаживаясь. Вторую ручку, левую, мы можем также поставить на пилон. Здесь у нас внизу хват вниз, чашечка, сверху у нас твист, то есть я беру свою руку, кладу ее также чашечкой вверх, но при этом увожу свой локоть. У меня касается пилона косточка, вот, касается. Затем я беру и просто обхватываю пилон. Это стандартный наш базовый хват. Он нам нужен, чтобы садиться как раз-таки в такие плие. Итак, хватаюсь чашечкой вверх, просто держу руку, разворачиваю корпус, делаю шаг и присаживаюсь, прижимаюсь копчиком к пилону, левую руку ставлю вниз для опоры. Затем держусь крепко-крепко руками и практически висну на пилоне, чтобы соединить ножки вместе. Вот, присела, соединила ножки вместе одновременно. Опускаю правую ножку на колено, опускаю левую ножку на колено. Моя левая ручка отцепляется от пилона. Я разворачиваюсь лицом к зрителю, опускаю правую ручку. Делаю взмах головой слева направо. И здесь необходимо будет быстро поставить правую ручку и левую ручку. Мы встаем в положение кошечки. У нас прогиб в спине, красивая попа, коленочки вместе. Поставили правую ручку, левую. Медленно присаживаюсь на бок, на свое левое полупопье. Затем опираюсь на ручки, вытаскиваю правую ножку, которая у нас сверху, вытягиваю ее на зрителя. Затем подбиваю попу правой ножкой и одновременно привстаю, держусь на руках, кладу правую ножку обратно, возвращаю в положение. И вот тут нам можно переставить руки, чтобы
сделать вот такую мельничку ногами. Повторим еще раз эту часть. Первую часть мы закончили на приседе с разворотом. Снова ставлю правую ручку наверх, делаю шаг правой, левую на пилон, сесть. И ножки вместе соединила. Правое коленочко вниз, левое коленочко, взмах головой, правая ручка, левая. Сажусь, медленно вытаскиваю правую ножку, подбила, привстала, снова села и делаю мельничку ногами. В этот момент мы не торопимся, у нас предостаточно музыки, и мы максимально растягиваем наше удовольствие, мы делаем мельничку ногами. Если вы начинающий, неважно, какая у вас растяжка, в любом случае важно тянуть носочки и коленочки, и по возможности старайтесь делать складку, потому что основа данного движения – это именно складка. Насколько хорошо вы дотягиваетесь до пола в данном положении. Вот именно в этом. Чуть линолеум снова не продырявило. Итак, мы пришли в данное положение. Затем медленно я беру свою левую ручку, правая у меня стоит уже на полу. Со взмахом головы я переставляю левую ручку на пол и поднимаю свои ножки на коленочки. У меня получается вот такое положение, это как кошечка, которая была до этого, только мы подняли пяточки наверх, прижали почти к попе. Затем мы в этот момент смотрим на зрителя, но я буду пока на вас смотреть. Мы делаем волну, начиная от копчика. Копчик поднимается наверх, округляю грудную клетку и затем ухожу вниз, кладу первым таз, живот, и в последний момент я кладу голову и опускаю ножки. Здесь нужно лечь полностью на пол, и затем мы давим грудной клеткой на пол, поднимаем пятую точку, подъезжаем коленочками ближе к груди. Вот здесь я провожу по попе ручками, ставлю их возле грудной клетки по сторонам от груди и выталкиваю себя вверх. Но также через волну я сначала начинаю также с копчика округлять копчик, кладу таз, округляю грудную клетку и поднимаюсь. Затем я собираю свои ножки, переваливаюсь на бок, ручками помогаю себе собраться будто в кокон, как в группировку. И вот из этого согнутого положения раскрыть ножки. У нас левая лежит на полу, правая поднимается на 90 градусов. Она у нас перпендикулярна полу. Ножки в коленочках раскрываются и выпрямляются. Можно свою правую ручку положить аккуратно на коленочку, еле-еле придерживая. Можно опереться, если не хватает устойчивости в положении, на пол. И затем, не забывайте, что опора у нас на левой стороне. Мы лежим на левом локте, также на левом бедре. Ставлю правую ручку на правую коленочку и начинаю крутить круг. Что я делаю? Я разворачиваю пяточку на себя и веду круг, даже скорее полукруг, по воздуху. Разворачиваю пяточку, провела, подняла.
Делаем так два раза. Раз, два. Затем правую ножку прямую я складываю к левой, соединяю. Теперь я беру правую ручку, если она была на коленочке, ставлю в упор на пол. Начинаю сгибать ноги вместе в коленочках к попе, подвожу. Поднимаю себя руками и заталкиваю пяточки под попу, чтобы комфортно сесть. Вот, приземлились. Нужно немного оторвать свою пятую точку, чтобы туда пролезли пяточки. И здесь я просто поднимаю себя, поднимаю свой корпус, и мы пришли в наше конечное положение на сегодняшний день. Повторим данную часть, только с другого ракурса. Возможно, с того положения было не все видно. Сейчас как раз самое удобное. Итак, первую часть мы закончили на приседе с поворотом. Затем я кладу правую ручку высоко на пилон, правую выталкиваю ножку вперед и присаживаюсь, левой хватаю пилон. Держусь руками, вместе соединила ножки. Затем правую коленочку положила, догнала левой коленочкой, отпустила ручки, взмах головой, правую поставила ручку и левую. Затем медленно сажусь на левое полупопе, ставлю две ручки вместе за спину. Вытаскиваю медленно правую ножку, подбиваю, привстаю попу. Возвратила, делаю мельничку ножками, соединил. Если вы не умеете делать мельничку, то основные положения для вас это будут, что мой вес находится не только на руках, но и на попе. Я ставлю ручки, опираюсь на них. Ножки идут одна за другой. Можно присогнуть здесь как раз таки локоточки, чтобы было удобнее и устойчивее. Поднимаю правую ножку наверх. Когда она доходит до моего носа, то есть до середины пути, моя левая нога выпрямляется и начинает свой ход. Вот здесь я полностью сижу на попе, мои две ножки в воздухе, и будто бы одна догоняет другую. У меня практически на всем пути сохраняется одинаковый угол между ножками. Когда левая доходит до половины, как и доходила правая, моя правая ножка сгибается, левая уходит правой и также сгибается, соединяясь. Повторим еще раз. И пошла правая ножка наверх, левая вытащилась, соединяют, догоняют друг друга, положила, соединила. Еще раз. Правая наверх, левую вытащила, догоняю, правую сложила, левую соединила. Хорошо. Вы можете тренировать данное движение также дома, находясь. Для этого не нужен пилон, это как раз-таки уже идет наша партерная часть, то есть то, что мы делаем без пилона на полу. Продолжаем. Медленно опираясь на две ручки, ставлю левую и делаю взмах головой. Одновременно ставлю ножки на коленочки, поднимаю пяточки. Можно здесь немножечко уйти назад, чтобы показать волну. Начинаю с копчика и кладу тело. Затем поднимаю попу, провожу руками и ставлю руки вокруг груди. Толкаю копчик наверх,
делаю волну. Полностью поднимаюсь, затем переваливаюсь на бок и соединяю коленочки, подвожу ближе к груди. Стою на левом предплечье. Затем раскрываю ножки. Пам! Вытягиваю коленочки, тяну стопы. Правую ручку кладу на правую коленочку. Левую лежит, мы ее не трогаем, работает только правая. Полукруг, раз, полукруг, два. Соединяю прямые ножки, веду их, сгибаю, толкаюсь, приподнимаю корпус, затащила пяточки и поднялась. Повторим еще раз. И в более ускоренном темпе. Правая спереди. И присела. Правую наверх. Шаг. Сесть. Ножки соединить. Правое коленочко, левое. Взмах головой. Правая рука, левая. Сажусь. Вытащила правую. Подбила. Мельница ногами, соединила, левую ставлю, взмах ножки, ухожу волной вниз и попу провела с волной наверх, соединила ножки, раскрыла, правый раз, два, соединить вместе, под себя и подняться. Сделаем еще два раза в ускоренном темпе, почти как под музыку. И затем начнем танцевать под музыку и будем соединять обе части. И села наверх. Села, вместе ножки, правая, левая. Взмах головой, правая рука, левая. Ручки назад, правая ножка подбила, мельничка, сесть, взмах на ножки и волна, попа и с волной поднялась. Если вам сложно делать волну, вы можете из положения лежа просто отжать себя ручками наверх и прийти в то же положение. Соединяю коленочки к груди, раскрываю ножки. И раз, полукруг, два, соединила под попу, поднялась. И последний раз подсчет. Правая ножка спереди и села, встать. Правую наверх. Правый шаг, сесть, вместе, правое коленочко, левое, взмах головой, правое, левое, сажусь, вытянула ножку, подбила, мельничка, сесть, взмах головой на коленочке, с волной ушла вниз, провела по попе, поставила ручки, через волну встать. Коленочки к себе, ножки раскрыть, правой два сложить и под себя поднялись. И сейчас попробуем соединить под музыку, танцуем вторую часть, а затем будем собирать первую, соединять второй, и это будет наш полный кусочек на сегодняшний день. Приготовились, присели, правая, шаг, сесть, ножки, правая, левая, голова, пам-пам, сели, ножка, подбить, провели, разворот, и с волной
Попа. Подняться. Раскрыли ножки. Раз, два. Положить под себя. Семь. Как можно было заметить, эта часть немного ускоряется. Поэтому нужно обратить внимание на следующие моменты. Если в самом начале мы медленно садимся, здесь у нас есть возможность отдохнуть, посидеть, соединили ножки, то вот тут мы поскорее уходим вниз на коленочки, быстро делаем взмах и буквально на звоночке, на высокие ноты, на акцент мы ставим ручки. А именно, мы сделали взмах, пам-пам. Затем медленно садимся на попу, вытягиваем ножку, подбили. И на сноу у нас идет раскрытие нашей мельнички ногами. Медленно мы также с головой уходим. Делаем волну. Здесь мы попу делаем. Я пока не могу, у меня микрофон на груди. Затем мы поднимаемся. У нас также там все по музыке разбито. Я вам подскажу, когда мы будем танцевать под музыку. Соединили, открыли. И раз, два, вместе под себя встали. Попробуем еще раз под музыку, чтобы закрепить. Приготовились. Села. Сесть вместе. Пам. Раз, два, голова. Пам-пам. Сели. Ножка. Раскрыли. Голова. Пам-пам. Попа. Пам-пам. Сели. Раскрыли. Правое два. Положить. Вместе. Еще раз под музыку с другого ракурса. 5, 6, сесть. Шаг, сесть. Вместе. Правая, левая, голова. Пам-пам. Сели. Ножка. Пам. Раскрыла. И с головой ушла вниз. Попа. Наверх. К себе. Раскрыла. Раз, два, положить под себя. Повторяем последний раз под музыку. И затем соединяем обе части. 5, 6, 6. И раз, вместе, пам. Левая. Пам-пам. Ножки. Лоу. Провели. Вместе. Опа, волна, себе раскрыть, раз, два, вместе. И сейчас соединим обе части, будем танцевать непрерывно, с начала до конца. Встаю, и взмах, сесть, ножки, шаг правый, мельница, волна. Поднялась, провела ногой и левой, правой сесть. Присаживаюсь вместе. Правая, левая, голова. Пам-пам. Сесть, ножки. Пам. Голова. Волна. Попа. Волна. Сесть. Раскрыть. Правая, два. Положила под себя. Сейчас давайте наконец-то окончательно разберем по музыке, как делать каждое из движений, в какой момент и на какие слова. Ну, также счет у нас тоже будет. Я возьму с собой телефон, чтобы мне было удобнее по музыке вам рассказывать. Итак, мы начинаем с головы. И мы начинаем, когда начинаются как раз-таки слова. Наша голова идет вместе со словами.
Если мы берем от начала самой музыки, самого трека, у нас длина полная — это 2 минуты 57 секунд. Мы пропускаем первые 6 секунд. 5, 6, 7, взмах, сесть, встать, шаг, мельница, сесть, наверх, провели. Итак, в самом начале мы слышим четкие биты. Давайте послушаем еще раз. Они идут медленные. Голова. Пам. Пам. Сесть. Когда мы садимся после мельнички, там есть достаточно слышный звук. Он громкий, как будто бы это колокольчик. Высокий, звонкий звук. Затем мы поднимаемся. Когда у нас идет кружок ногой, мы рисуем как циркуль, там поется go. Как раз-таки на это затяжное о у нас идет ножка. И наши шаги на let it snow. Let it snow. Первый. Let it snow. Второй. И мы присели. Наш присед будет на затяжное let it snow. Затем мы можем просто считать и делать подсчет. И раз, два, вместе, три, четыре, пять, шесть, семь, и вот тут у нас идет раз, два, ну это как бы восьмой счет. Пам-пам, давайте послушаем. Вместе. Я надеюсь, вы расслышали последний пам-пам. На них у нас идут как раз такие ручки. Затем мы медленно садимся. И на low мы уже вытащили ножку. И на low давайте мы постараемся подбить пятую точку. Если вы не успеваете, это ничего страшного, потому что затем у нас идет затяжной snow. И на snow нам нужно сделать нашу мельницу, наше хорошее раскрытие, не спеша. Поэтому, если вы не попали slow на ножку, вы можете не париться по этому поводу и просто далее продолжать движение на snow, потому что времени предостаточно. Затем сели, голова. На good night мы садимся, и вот здесь как раз-таки па-бам идет мелодия, которая будто бы рисует волну уже звуком. И поэтому под этот звук у нас идет волна. И затем вторая. Затем мы соединяем ножки вместе. Раз, на два, раскрываем, и all away, all away. Я не знаю текста, меня не надо за это ругать. Итак, мы делаем раз и два. Под музыку посмотрим. Итак, мы полностью разобрали связку под музыку, каждое движение. Я надеюсь, вы поняли, о чем я говорила. К тому же, вы всегда можете пересмотреть фрагменты, где я танцую, не объясняя. Ну и также, когда мы повторяли под музыку, я указывала, в каких моментах нужно делать какие движения. Повторим еще два раза подряд, не останавливаясь. И затем, финально, я снова вам станцую, только без подсказок. На исходную и голова.
сесть, ножки, шаг, мельница, волна, наверх, провела, левая, правая, сесть, ножки вместе, пам, правая, левая, голова, правая, левая, сесть, ножка, пам, раскрытие, голова, волна, опа, волна, вместе ножки, раскрыла, правая, правая, вместе, сесть, 5, 6, 7, голова, сесть, ножки, шаг правой, мельница, с волной, наверх, провела, левая, правая, села, и сесть, вместе, правая, левая, голова, правая, левая, сесть, ножка, провела, открыла, волна, опа, волна, сложила, раскрыла, правая, два, вместе, пам. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оцените данную хореографию. Можете оставить комментарий, насколько она была для вас сложной, какой у вас вообще уровень, как давно вы занимаетесь на пилоне. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и скоро увидимся. Всем пока-пока!